Сегодня мы едем на Царь-Порог. 50 минут мы едем на машине, потом примерно минут 40-45 там пешком. Он один из таких мощных, самый такой живописный, красивый. Вам понравится. Дорога такая не очень. Теперь мы сейчас собираемся и идем пешком. Но, чтобы идти пешком, вы знаете, что надо одеться по погоде. Да? Видите, какой, как оделся красиво. Но вы же знаете, что Карелия непредсказуемая. Да? Сейчас дождь, потом солнышко. Потому что мы же находимся между двух морей, да, Белое и Балтийское. Поэтому или оттуда ненастье, или с другой стороны. Видите, как хорошо с палочками. Раз, 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 и все, и вошел. Комфортно идти. Какая-то угрожающая табличка нас встречает. Да, ну вот, смотрите, видите, вход запрещен, да? Это уже территория заповедника. Здесь, можно сказать, уже без сопровождающего ходить запрещено. Если вы там пройдете одни, то это штраф. Это граница заповедника. Вот сзади у меня вот эти вот сине-красные такие. По всему периметру заповедника у нас ограничено. То есть человек, который видит это все, он должен задуматься. В 30 метрах от тропы находится болото. Можно на нее посмотреть, что здесь растет, какие ягоды, какие растения. А вот такой привычный запах болота, это чем пахнет? В основном это пахнет, конечно, багульник. Он так приятно пахнет, да, или называется болиголов. Если вот так его взять и понюхать, очень такое приятно. Можете попробовать даже вот сами, да. Ну так, он такой приятный. Такой. Да, очень. Долго, конечно, нельзя, потому что болит голова, начинает голова болеть, и спать хочется не очень хорошо. Бывает неподготовленный, кто-то в кроссовочках идет, а там 2,5 километра по болотам. То я говорю, так, одеваем карельские сапоги. Они говорят, что это такое, карельские сапоги? Ну, это летом, конечно. Я разуваюсь полностью, босиком, и пошли. Идем, говорю, ну как эти карельские сапоги, не жмут? Нет, не жмут, не промокает, не промокает, говорит, кожаный. Вот это называется карельский поцелуй. Чмок, 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 чмок. Аккуратненько. Вот это вот уснея, это лишайник. У него нет корней. И он цепляется просто к дереву и берет питание из воздуха. То есть, если воздух чистый, значит, он растет. Если воздух будет грязный, то он погибает. То есть, это показатель чистого воздуха. У меня же есть приспособа. Это лупа такая. Посмотрите на эту снею. Она вообще, кстати, надо поближе просто поставить. Ну как? Вот видите, любопытно. Это, мы вроде бы это идем по лесу, ну, видим там сосны, ели, да. А вот это вот микромир, да, мы это иногда не замечаем. Вот можно даже вот посмотреть вот на это вот. На ели, там тоже всякие лишайнички. Очень интересный мир. О, все. Для школьников очень вообще. Очень на кораллы похоже. Да, как-то. Это водоросли грибов, да, симбиоз. Ну вот это на кораллы, да, и похоже, да. Он растет на это, на ели. Это ель финская. Посмотрите, вот хотя бы вот на эту или на другую, вот, ну любая, да. Ветки находятся очень близко к стволу. Они короткие.
Так наша ель приспособилась выживать, ну, в наших условиях. Дело в том, что снега всегда у нас много. Если вот такие вот ели, которые европейская, знаете, это в Москве на Красной площади такая разлапистая, огромная, да, если снег бы попадал бы, то это, ну, ветки обламывались бы. Обламывались, туда попадали бы какие-то бактерии, какие-то насекомые, это болезни, и она погибала. У нас такое краснокнижное растение, которое называется лобария легочная. Почему так называется? Ну, похоже на легкие. И раньше лечили легкие, да? У нее тоже нет корней. Это тоже показатель чистого воздуха. Она редкая. Она растет на осинке. Посмотрите, осинка какая. Возможно, ей очень много лет. Раньше, когда ну, там, колдун там, или ведьма умирала, осиновый кол забивали в могилу, чтобы эта ведьма или там колдун не беспокоил других это, людей. Она очень хорошо забирает негативную энергию. То есть она долго прожила, долго много чего знает и забирает негативную энергию. Надо вот подойти к этому дереву, обнять ее, подумать. Это сглазы, там, болезни, все это уходит, она забирает это. Кору любят лоси, олени, зайцы и бобры. Если на берегу рек находится эта осинка, то первую они съедают всегда, конечно, осину. А у нее говорят, что очень много жира, как для нас примерно это сметана. Вот идем сюда, смотрите. Муравейник. Ну, наши бабушки делали как? Когда ходили в лес, находили муравейник, брали платочек, мочили его, клали на этот муравейничек, стояли, ждали, ну, то есть, когда муравьи своей кислотой, этот платочек, те места, которые открыты, руки там, шею, уши, вот, протирали этим платочком, потом одевали этот платочек себе на голову и шли до тех пор, пока не заканчивался этот состав. Другой муравейник без проблем найти и ту же самую операцию проделать. Оперентов раньше не было, да, вот только вот так. Ну вот у нас здесь есть кресло лешего. Если мы тихо идем с людьми, то иногда леший здесь вот сидит, отдыхает. Как появилось вообще здесь? Ты же не леший себе строил, природа как-то о нем позаботилась. Как валуны здесь оказались? Гость со скандинавских стран. Если он такой округлый, вот бывает, что округлый, то его это... Таскала ледником туда-сюда. Как научные сотрудники говорят, он был очень высокий, там, с пятиэтажный дом. Облюбовал этот, конечно, этот леший здесь сидит. Иногда очень даже колоритненький. Тут я смотрю, есть даже следы, что часто сидит. Конечно. Протерлся уже. Протерлся. Мы сегодня ехали на машине вначале по дороге, теперь идем по тропе. Почему мы так делаем? Ну, это так легче, да? То есть звери тоже ходят это, по тропам. Некоторые думают, что вот медведь как бы сквозь лес прям проходит. Нет, он ходит тоже по своим тропам. Но свои тропы он и свой участок он метит. Он подходит к какому-то дереву, ну, в основном он, конечно, этот, к еле подходит. Становится на задние лапы и делает такую закуску. Вот видите, какой он высокий, да? Вот закус вот здесь. Вот тут и там лапы сразу недалеко. Представляете, сколько там? Почти больше 2 метров, да? Делает закус, говоря о том, что это его территория. Потом становится спиной, трется, оставляя ворсинки и потовые железы. Другой медведь, который поменьше, подходит, раз это, здесь зубы, не достает. Значит, надо уходить, надо искать себе другую территорию. Ну что, идем дальше. Вот, смотрите, сосна такая, она достаточно огромная. Дело в том, что ей примерно за 400 лет, да? В промышленных масштабах здесь не рубили никогда лес, потому что здесь подъезд плохой, поэтому все... росло естественным путем, да.
Рядом с таким деревом, конечно, чувствуешь себя совсем маленьким человеком. Да. Понимаешь, что главное все-таки здесь природа, а не ты. Если эта осина забирает негативную энергию, то это добавляет такую положительную тогда энергию. Тогда надо, да? Обнять его. Обнять обязательно, 100%. Все, я полна энергии, мы можем продолжать маршрут. Да, слышите вот шум этого водопада? Да, да. Ну вот мы уже скоро подходим. Как удается вот построить вот такую инфраструктуру в таком глухом лесу? Как сюда доставляете все это? Только зимой на снегоходах, больше никак. Все привозим сюда, а летом уже строители приходят, нанимаем строителей. И они, конечно, строят. Максимально осторожно. Лучше держаться, конечно. Ну вот, можно сказать, мы уже прибыли к месту нашего отдыха. Здесь у нас изба. Почему так назвали Царь Порог? Ну, то есть, как бы, в середине у нас здесь остров. По-корейски остров – это Сари. Возможно, когда пришли, ну, русские, да, и спрашивали, что за место, ну, говорят, Сари Порог, Сари Порог. Ну, слышится вроде бы, ну, как бы, ну, так, вроде бы Царь Порог. Ну, один, он такой, один из величественных, такой, самый большой такой порог, да, и, возможно, так назвали его. А карелы ходили на лодках. На лодках как раз по этой речке, у нас она длина примерно 25 километров, на ней 16 порогов больших и малых. То есть почти на каждом километре там порог. Одна такая из, ну, легенд, не легенд, а вот, хотя это упоминает Инха Кондрат, он исследователь и путешественник. Шведы, когда ходили набегами на нашу территорию, на Беломорскую Карелию, они взяли это, ограбили церковь, то есть сняли оттуда колокол, загрузили к себе на ладью. И вверх по течению тащили этот колокол. И вот в одном из порогов, возможно, даже в этом пороге, они дотащили, пробовали его тащить, тяжело. И взяли, кинули этот колокол здесь. Ну вот летом предлагаю вам прийти и понырять, и поискать этот колокол. Берем, ныряем. Головой стукнулся, зазвенело в голове, значит, тут колокол. Наш маршрут подошел к концу, мы все мокрые насквозь, но от этого не менее счастливые и довольные, потому что ту красоту, которую мы увидели сегодня, наверное, мои глаза не забудут никогда. И если вы так же любите лес, как и я, то это место обязательно к путешествию, потому что здесь он в первозданном виде, без всякого вмешательства человека. И Анатолий Иванович, что вы посоветуете тем, кто еще сомневается, кто боится, может, в таких погодных условиях? Конечно, ничего и погоды не надо бояться. Вы точно получите незабываемое впечатление.